Attention, please. Так. Что? Как я назвал? Шпакхейтер. Привет. Ну что, поэтому сегодня вы услышите первый раз от меня, наверное, не лучшие слова, которые можно было бы услышать. Недобрые. Недобрые. Обычно ты всегда добрые говоришь ко всем. Сердце мое не выдержало, я сегодня первый раз в этом году, по-моему, разозлился. Отзвонившись в такси, попросив у них точно приехать ко времени, они приехали у нас не то что не ко времени, они вообще не приехали. Это вообще никакой такси. А, это такси таксовичков, которые вообще не выполняют некие обязательства. Они через час после того, как такси должно было приехать, начали просить позвонить в службу контроля качества, которая специально просто не брала трубку. А после этого они вообще-то никого не прислали. Так оно вот бывает. Это хлам, а не такси. Кстати, 068 у них качество было получше, но примерно такая же тема. Вызываешься такси на 4 утра, а оно, собственно, не приезжает. Поэтому, ребята, я на самом деле с чем? Расскажите мне, какое такси нормальное у нас в городе? Потому что кто-то мне, ребят, сказал, что у нас Uber более-менее нормально работает. А, вот, кстати, такси Uber, да, кто-то мне сказал. Uber по всему миру работает. Типа ты вызываешь, ну, надо выставить приложение. Какой-нибудь есть все-таки сеть? Так, какой-то. Яндекс, 3-7-1, 3-7 неплохое такси, Get такси. Таксовичков говно. Просто... Я с вами... Согласен, еще как. Кстати, это не первый раз, это уже четвертый раз было. Видишь, у нас Юнтово. Какая разница, Юнтово, не у Юнтово, они вообще не прислали такси. Так, привет из Кемера. Так, шпак такси, было бы неплохо. Такси везет нормальное, но будем менять, потому что эти на такси нас уже убили. В итоге мы сегодня приехали в аэропорт на собственной машине, ну, соответственно, нужно что-то думать. Мася, давай же все, наверное, в одной трансляции, чтобы во вторую трансляцию не уходить. Ребята, мы, короче, катимся в Амстердам. И через часов 5 мы будем в Амстердаме. Показать Масю? Масю покажу, она у меня напротив сидит. Давайте мне сначала расскажите, что у нас хорошего в Амстердаме, кто чего может посоветовать, кто там был, как а там отдохнуть. Расскажи, зачем мы туда едем. Ах, зачем мы туда едем? Но это мы же все покажем в перископе. Переводи на меня. Так, переводить на тебя. Меня. Показываю Масю. Опа. Я рассказываю. Только по секрету. Мы едем отмечать мое день рождения. Мои 16 лет. 30 мая. Мне будет 16 лет. И куда поехать, так, как не в Амстердам? Кофешоп Бульдог в Амстердаме. А мы где остановились? Недалеко от Мадам Тюссо, да? Я не помню. Ну, мы же остановились в самом таком гламурном месте, да? Да. Так, кексы с кокаином. Говорят, есть кексы с кокаином, а говорят, что вроде там нету кокаина. Там вроде только травка. А что травка. Там еще есть? Рассказывайте, давайте, рассказывайте, есть. Потому что 16 лет. Надо, так, по-настоящему. Александр, верим вам привет. А что у нас из Амстердама? Все, выключай без меня. Так, Мася, тебя встает, ну ничего, спасибо. Так, два раза подряд по 16, это нормально. Сходите в ресторан Джейми Оливера. Так, неплохо. Так, сыр очень вкусный. Но мы, собственно, не только по сыру едем. Мы же едем туда зачем? Мы едем туда отпраздновать день рождения. Мы хотим походить по секс-шопам, поснимать. Там прикольненько, что есть. Ну и, разумеется, не просто так. Ну и, конечно же, зайти в кофешопы. Посмотреть, что у них там есть. Ага, кексы и печеньки у них там хорошо. Кексы с травой за 6 евро. Так, Мася похудела. Да, Масенька похудела. Мы уже приближаемся. Вес, кстати, не важен. У Масеньки талия 59,5. Мы надеемся, что будет скоро еще меньше. Так, секс-театр есть на Кустрат. Ага. А, я читала в этих, на форумах про такие, там грустно все. Так, я похож на Моисеева. Не, я буду лет через 20 похож на Моисеева. Так, трешевые фотки с тобой в секс-шопах. Будут не только фотки, будет видео. Мы с тобой ведь берем, взяли GoPro-шку. Мы, соответственно, поснимаем на перископ все. Саня, трахни их там всем. Нет, я так не могу. Но я люблю только Маську, а мальчики меня совсем не интересуют. Сколько мне... Сколько я вешу? Не знаю, 118 я вешу. Так, на Кэта Флита похож. Это уже лучше, чем на Моисеева. Так, губы прикольные, очень мужественные. Поняли? Губы у меня очень прикольные, мужественные. Отлично целуются. Так, сколько мне лет? Ну, мне лет чуть-чуть больше, чем Маске. Маске 16, а мне чуть больше 18. Так, ответ на вопрос, зачем красить глаза, был в предыдущих перископах. Смотрите на моем лайв-канале на Ютубе, там все ответы есть. Когда буду делать глаза? Я думаю, что мы, во-первых, 4 июня записаны, как только возвращаемся с Амстердама на лазер, дождем татуировку, ну и где-то, наверное, в июле или в августе. Посмотрим. Корсет для уменьшения талии действительно помогает? Действительно, и очень круто помогает, это так.
Это тут моя девушка сидит? Нет, тут не моя девушка сидит, она моя жена. Когда будет новое видео с спортивной тематикой? Сняли видео с спортивной тематикой, будет выставлено на канал, не знаю, надо у моих админов спросить, наверное, в воскресенье или в понедельник. Вау, кто-то знает, что Саша 36, а Мася 32. Вот интересно. Так, не приезжайте в провинцию, тебя в России тебя убьют. Спасибо за заботу, но мы, собственно, не собирались. Так, из Арзамаса привет, и вам спасибо. Так, какая у тебя фамилия? Вы прямо меня обидели. Какая фамилия? Шпак фамилия? Не вреден ли корсет? Если вы имеете в виду испанский корсет, который таскали в 16 веке, возможно, вреден. Если вы имеете утягивающий корсет эластичный, с правильно подобранным размером и правильно одетый, то, в общем, нету проблем вообще. Как часто качать пресс? Вот тут как раз и проблема. Многие пытаются накачать пресс, чтобы ушел оттуда жирок, а в итоге талия увеличивается. Я сейчас поэтому отдельно сниму ролик. Так. Знаю я, хоть аж из Калининграда. Ну вот, нас знают в Калининграде тоже. Так. Зачем парням краситься? Ну, парни вообще изначально красились. Сначала как воины в 17, 18, 19 веке, как вельможи. А потом почему-то все ушло девчонкам. Так, вы шоумен? В общем, да, примерно планирую. Саша, в Таиланде пробовал заниматься тайским боксом? Хочешь ли еще? Я занимался чуть-чуть, вроде что-то из этого было. Так, вы бизнес-классом летите? Нет, мы летим экономом. Спонсоры пока не готовы оплачивать наш бизнес-класс до Амстердама. Так, для массы лучше достижение... Большие веса на 8, но не чувствовать мышц. Для массы лучше всего памп, и даже если это 20-25 повторений, поверьте мне, мышцы будут расти. Сколько вы женаты? Сколько мы женаты? Всю жизнь. Мы женаты всю жизнь, да. На сушке из самой безобидной фармподдержки. Да нету безобидной фармподдержки, какие бы мифы вам не рассказывали. То есть любое внедрение в гормональную систему так или иначе влияет на весь организм полностью. Вы популярны? Да, есть такое. Так, ждешь ли тайские каникулы? Если жду, то нас туда еще не приглашали. Где мы сейчас? В аэропорту. Летим в Амстердам. Следующий выпуск у нас уже будет в аэропорту Амстердама, как мы прилетели. Вот, я буду что-то вещать в перископе. Маська возьмет второй телефон или GoPro-шку и будет показывать все вокруг, что у нас творится. Вот. А дальше ждите выпусков с кофешопов. У нас будут выпуски однозначно о том, как мы что-нибудь покурили, съели каких-нибудь грибов и как это будет действовать. У вас будет возможность уникально задать нам все вопросы. Так. Все протестируем на себе. Да, какие еще упражнения на верх ягодиц? Бразильский мах – это когда мах в наклоне прямой ногой. Когда вся нога работает как рычаг, тогда идет единственное упражнение на верхней части ягодиц. Остальное только липофилингом. Так, зарядил позитивом – это хорошо. Саня, ты качаешь шею? Не, она у меня от природы такая. Хотя на самом деле не от природы, а от борьбы. Первые 4 года все порешили. Так, люди уже будут ждать, как мы с тобой будем из кофешопа делать прямые трансляции. Надеюсь, там, да, будет хороший. Мы можем еще в номер взять и в номере продолжить делать трансляции, да? Это да. Так. Зачем такие зубы делать? Слушай, все требуют мазь. Вот все вот. Мне? Да, все себя хотят. Давай, вот мой. Я. Вот. Вот я. Видите, глаза стали большие. Что делать, если ноги морковки? Любые ноги можно изменить по-любому. Но если только они совсем полностью не кривые и нет явных каких-то недоразвитий, все остальное делается. Собственно, вот так. Ну чего, Масек, будем передвигаться пока в другую сторону? Да. Я просто смотрю, мы опубликовали наши новые фотографии, смотрю, что люди нам пишут. А, да, у нас уже новые фотографии в Инстаграме. Точно, у нас же последняя фотосессия была неделю назад, и наш фотограф все очень быстро успел обработать. Так что вот так вот. Да, Мила, тебе привет. Я знаю, ты нас смотришь. Спасибо огромное за фотки. Было все супер. Все. Нет, детей мы пока не планируем. Какие дети? Мы в Амстердам летим. После этого не то, что дети не получится. Вообще может ничего не получится. Все, мальчики, девочки, всем пока. До встречи и до новых трансляций. Смотрите нас уже, наверное, из Амстердама.